это установил. Сейчас еще запиндюкаем сюда камеру. А, вот так. Это, наверное, самое странное место для записи ролика, которое только может существовать. Я надеюсь, то, что успею записать этот ролик, потому что через минут 20 уже будет темно. Я, как всегда, самое лучшее время для этого выбрал. Ну а что, решил вытащить тебя на прогулку, если из-за карантина не можешь погулять, ну хотя бы вот со мной здесь развеешься. На самом деле я вышел вот туда, где людей вообще нет. Ну, ты видишь посередине поля. Ты оставайся дома, ребят. Вот я сам за это, я уже буквально последний месяц даже в магазин на улицу не выходил. Поэтому сидите дома, пока вот эта вся, вот этот зомби-апокалипсис не кончится. А я буду посередине поля записывать ролик. Тот самый ролик, который меня просили записать полгода назад, год назад, два года назад, даже вроде 2,5-3 года назад. И честно скажу, если бы не этот карантин, я бы вот этот ролик записал еще где-то через года два. Потому что этот ролик о моих татуировках. Я много раз говорил, то, что этот ролик я запишу тогда, когда доделаю все свои татуировки до конца. Откорректирую там, подкрашу, где они выцвели, и вот прочее. Но так вот сложилось, то, что последние года два я на свои татуировки даже не смотрел, потому что не было времени что-то в них там исправлять. И этот ролик я делаю только для того, чтобы показать все свои татуировки тем, кто давно меня об этом просит. Хоть на самом деле нет, я делаю этот ролик только для того, потому что карантин, и мне больше нечего записывать, только вот посередине поле записывать про свои татуировки. Ну, в общем, да. Начнем с того, то, что первую свою татуировку я сделал примерно лет 5 назад. То есть где-то в 19-20 лет я сделал свою первую татуировку. И потом вскоре сделал сразу же вторую, и после этого пожалел, что сделал и первую, и вторую, и лучше бы я их не делал. Сейчас я ролик дозапишу и потом гавкай, хорошо? Мы с тобой не договоримся? Мы с ним не договоримся. Ну сейчас темно уже будет, но имей ты совесть. Еще один. Дикое желание набить первую татуировку у меня появилось примерно в лет 18, когда мой папа сам сконструировал вот эту машинку, которая бьет тату, сам себе набил тату, и потом, ну, как бы я вот это видел, то, что он ходит такой модный с тату, и тоже сам прям дико захотел эту татуировку. Но я решил то, что ее набью только тогда, когда мне будет лет 19-20. И когда мне стукнуло 20, я такой сразу же... Сразу пошел забиваться, типа, сделайте мне вот это, сделайте мне вот то, сделайте мне вот это. И потом, когда я увидел, что мне нафаршмачили просто кучу плохо сделанных татуировок, у меня, ну, что-то в башке переклинило, то, что, наверное, я все же куда-то поспешил. И так вот сложилось то, что у меня под этой всей татуировкой на руке скрывается еще одна татуировка, как бы это сложно ни звучало. Вот здесь, где у меня находится череп и глаз, раньше здесь был огромный якорь, а здесь был огромный маяк. И я, наверное, года полтора все это выводил лазером. У меня даже, ну, тут где-то парочку шрамов осталось из настоящего лазера, который мне просто выбивали всю татуировку. Сложно, больно, долго, неприятно, дорого. И вот ты сейчас можешь видеть кадры, это примерно где-то через год, через сеансов 6-7, когда мне выводили татуировку, это то, что от нее осталось. И тот день, когда мне вместо вот того маяка, который начинался вот здесь и заканчивался вот здесь, то есть он шел вот так, как Пизанская башня, как бы эта татуировка меня вообще целыми днями убивала, я себе руку хотел отрезать. Ну, да, в общем, вся суть этого ролика, это как бы поспешишь, людей насмешишь. Подспешить вот тем более с татуировками точно не надо. Я нашел самого крутого мастера практически во всей России, который именно не бьет татуировки, а перебивает. То есть старые твои на новые. Ну, вроде в конце получилось, ну, то, что получилось. Ну да ладно, вот, хватит вот этих всех предысторий, как я сказал, был дебилом, поэтому если кто-то вдруг в будущем далеком все же решится набить свою первую татуировку, посмотри сначала этот ролик, снова, еще раз, чтобы потом не нафаршмачить у себя в жизни, как это сделал я, ну, в начале. Здесь у меня роза.
которую я перебивал примерно раза три, потому что она выцветала, с нее слазила краска, и в принципе с ней было все очень сложно. Потом у меня идет огромный механизм шестеренок, там у меня часы, там у меня показывает время, и как раз таки вот это моя самая первая татуировка, вот этот механизм. Чуть выше у меня еще находится одна роза, она немного светлее, чем первая. Это, скорее всего, какое-то зло, темная роза и добро. Белая роза, когда ты бьешь уже, наверное, где-то 10-ю или 12-ю татуировку в своей жизни, смысл вообще теряется этих татуировок. Ну, ладно, неважно. На запястье, в том месте, где раньше у меня был огромный якорь, сейчас красуется огромный зеленый глаз в треугольнике, вперемешку с шестеренками, которые исходят как раз из того механизма, вот, часов. Чуть выше у меня череп, прям такой мрачный, черный, страшный, но он получился таким мрачным, черным, страшным только из-за того, что мне нужно было закрыть мою предыдущую татуировку, поэтому он таким, ну, темным прям получился. Немного повернув руку, сейчас здесь у меня находится нормальный, качественный маяк, который стоит прямо, а не вот так, и не вот так, прямо. У первого мастера, который бил мне мой первый маяк, наверное, были проблемы с координацией, или я не знаю. Ну, Чебурак! Ну, будь тихо ты уже! Ну, я уже почти половину ролика записал! Ну, не принес я косточку сегодня, но завтра принесу! Ладно, я подожду. Выше светлой розы у меня находит... Чуть выше светлой розы у меня находится... Заколебал. Чуть выше светлой розы у меня находится надпись Belief, вера. Скорее всего, в тот момент это была вера в том, то, что я наконец-то сделаю татуировки своей мечты, чтобы они выглядели так, как они у меня в голове выглядят, они мишмаш. Именно на этом месте у меня раньше был голубь. И именно вот этой фразой я перебил того голубя. Хоть он мне нравился, я не знаю, почему я его перебил, хотя я не перебивал это, я уже типа засыпал, когда мне били татуировку уже 12 час, я уже спал, и мастер сам решил то, что мне надо перебить. Я проснулся и уже как бы, ладно. А вот чуть выше у меня находится вот этот вот ангел, и как раз таки из-за него я и не хотел записывать этот ролик, потому что я его никогда не корректировал, то есть это изначальный рисунок, он намного сильнее выделяется на моей руке, чем все остальные татуировки, потому что он выцвел, он ярко-ярко серый, а не черный. В принципе, мне кажется, можно сравнить, какая татуировка вот здесь и какая светлая вот здесь. Ангел с огромным мечом, вот здесь уже все выцвело, здесь свет черный должен был быть, но уже все практически белое. Ну, может, когда-нибудь в этой жизни я его подкорректирую. Ля, какая луна красивая! Вот это я выбрал прям ракурс, как будто знал. Если бы еще не этот чебурак, который там лает, было бы замечательно. А вот с другой стороны, вот здесь, где я чуть не умер, когда бил себе татуировку, потому что здесь дико больно, у меня Джокер. Хит Леджер, тот самый легендарный Джокер. Вот эта татуировка, наверное, моя любимая. Ее тоже надо откорректировать, но я, наверное, этого делать не буду, учитывая, как там от боли умираешь, когда тебе бьют на подмышке татуировку, лучше я этого делать не буду. И там и так сойдет. И в конечном счете у меня получился вот такой вот рукав. Я говорю, я надеюсь, то, что когда-нибудь я смогу его доделать до конца. У меня здесь много всего недоделанного. Здесь должны быть белые волны с пеной и много-много всего остального. Но сейчас просто не хватает времени, чтобы за это взяться. Найти нормального мастера и сделать это все по-человечески, а не так, как это было в первый раз, когда меня там напортачили. Ну... И последняя татуировка, конечно же, которую я сделал тогда, когда еще жил в Питере, вот с этого момента ровно 2 года назад, ровно, это вот эта татуировка, на ней написано, если переводить на русский, «Пока я не упаду». Это цитата из одной песни Эминема, моего любимого исполнителя, я долго думал, бить ее или не бить. И тогда, когда я сделал эту татуировку, многие долго думали, долго гадали, что же там написано, потому что там действительно неразборчиво написано. Вдруг, если до сих пор кто-то не знал, что же это такое, ну, сейчас уже знаешь.
На самом деле, моя первая идея была записать этот ролик дома, где я снимаю футболку, такой топлес иду, ну, типа, весь в татуировках, но потом, когда я увидел то, что пожирнел на 6 килограмм, я решил то, что не буду этого делать. Ну, а карантин, что ты хочешь? Все мы немножко подприразжирели. По крайней мере, я-то точно. Но я похудею. И потом запишу еще один ролик с татуировками. Но это не точно. И самый главный вопрос. Жалею ли я о своих татуировках, что я их сделал? Нет. Они мне нравятся. Сначала, конечно, не нравились. Но потом, когда я сделал нормально, они мне начали нравиться. Там лошадка пасется. Она в темноте, конечно, ее не видно, но она пасется. Какое хорошее место я выбрал для записи. Не зря я на улицу вышел воздухом подышать. Тут светло, тут темно. Добро и зло. Реально круто. Давно я не записывал такие одиночные, спокойные и разговорные видео. Что бы из себя карантин не представлял, сидя дома, ну, в какой-то степени... Карантин пойдет нам на пользу. Главное, заниматься полезными делами, а не просиживать сракотанцев. Поэтому, пацаны, прямо сейчас каждый 10 раз отжался, а девушки каждая 10 раз присела. Давай, форму надо восстанавливать. В принципе, мне тоже, а то 6 килограмм это как бы не предел. Через месяц еще на 16 можно потолстеть. Давай. Чебурак! Ну я уже закончил записывать, ну чё? Чебурак! Ты еще и друга позвал? Да вы что, издеваетесь? Ладно, все, ваша территория, я отсюда сваливаю. Ёханый баба, не дадут ролик-то. Да ухожу я! Так, все, ребята, давайте полезли в багажник, а то мне эти собаки сейчас доконают. Ну, я надеюсь, тебе там комфортно. Давай. Пока. Подожди. Я про подписку забыл сказать. Надо на канал подписаться, чтобы новые карантинческие ролики не пропускать. Вот, все. А вот сейчас точно пока. Тут, если что, в багажнике водичка есть. Можешь брать, не стесняйся. Давай. Удачи.